Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои родные! Здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте, девчонки! Вы нас узнали? Ну, конечно, не нас узнали! Деда Седовласова, да Снегурочку, внучку мою любимую! Каждый Новый год мы поздравляем вас и в жизни радости желаем! Но вот только я не пойму, до Нового года еще целых 2 месяца. Снегурочка, чему такая спешка? Дедушка, старый ты совсем стал. Забыл, ведь скоро еще один очень важный праздник. Какой еще праздник-проказник? 18 ноября у тебя, Дедушка Мороз, день рождения. Ух ты, пух ты! Да, я хотела предложить ребятам поздравить тебя. Друзья, записывайте ваши поздравления на видео и присылайте на нашу почту. Самые лучшие поздравления мы опубликуем на нашем YouTube-канале. Ну, спасибо, Снегурочка, спасибо. Да, это не все. А ребята, которые придумают самые интересные и оригинальные поздравления, мы обязательно наградим подарками. Ну что, друзья, ждем ваши видео. До новых встреч! Пока-пока!